дорогие товарищи, наконец-то мы дождались того времени, когда пришло нам пора проголосовать за нашу республику, которая стремится к себе домой, в Россию. Вот. Долго мы этого ждали. Долго мы боялись прилетов вражеских снарядов. Долго мы откликались на каждый взрыв, на каждый выстрел. Вот. И теперь, наконец-то, я думаю, что мы будем жить спокойно, мирно и чистым небом. Спасибо.